За сертификатами, как на праздник, всей семьей. Новые квартиры для сельских жителей государство помогает приобрести в первую очередь молодым семьям и специалистам. За эти годы более 5000 квартир, домов наши жители села получили. К сожалению, очередь почти такая же. И мы надеемся, что эта программа позволит нам закрепить, в первую очередь, молодежь на селе. Это самая главная задача. Ну и, безусловно, те, кто уже здоровье, силы отдал селу, и он встретит, по крайней мере, хотя бы достойную старость в хорошем, достойном жилье. Акцент в государственной программе переведен с покупки вторичного жилья на новые квартиры и дома. Ну, место у нас есть, свой земельный участок, да, начальный капитал. Был у нас тоже, как бы, который мы вложили уже в строительство. Ну, будем продолжать строительство, надеемся. Государство нам поможет. Как только деньги поступят на счет, мы сразу приобретаем дом и въезжаем. Новоселье будет. Из 5000 семей, получивших жилищные сертификаты за время действия программы, половина – молодые семьи, у которых по двое, трое детей. Параллельно с жильем строятся и ремонтируются детские сады, дома культуры. Растет сеть дорог, линии газификации. Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко. Главные новости.